пеленки. Это бумажные полотенца. Вот пеленки, девчонки, на которые мы с вами скидывались. В аптеке.ру заказывала нам Наташа Пак. Спасибо. Владик. Получилось 19 упаковочек, девчонки. Все здесь. Тут привезли вкусняшки ребятам. Пойдем сейчас их кормить, лелеять, тискать. Мы по ним соскучились. Так что всем привет. Пеленочки на месте. Ты покажи, может. Зашли мы в первый вольерчик. Мамочки с малышами пришли их навестить, покормить, пофотографировать. Ну-ка давай покажем, как мы кушаем. А что это за пути такие сытые все? Толстые, гладкие, все. Маленькие, такие маленькие. Какая добрая мамочка. Какая вкусная. Что это за пути такие маленькие? Вода холодная. Ну хорошо, ребят, мы видите, видите, ее надо сфотографировать. Спасибо. Навещать, угощать. Привет, ребята. Привет, мои сладкие. Мои сладкие. 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 Да, сладкие. А я их вкусно как. А я их вкусно как. А я их вкусно как. На. Давайте пакет, Саша, включи. Иначе сейчас мы не дойдем. Иди сюда. Путь, иди сюда, пёса, пёс. Иди сюда. У него нет путки. Идем, иди сюда. Иди там, иди. Иди. Свистят, только это... Это же резина. Пошли. Вон. А ты говоришь. Те мои сладкие. Игрушки нам нужны. Шелупой, играйте. Конечно. А еще надо заходить их и гладить. Все, мы их проглистовали, все. Теперь надо заходить и всех гладить, хорошо? Я всех там мы их перегладила. Еще... Да. Мы просто вот не знаю, можно ли зайти вот смотри, сюда. У нас здесь отопление, видишь? Вон висит ветер. Хотят на ручки. Посмотрите, ну. Один ласковее другого песик. Девочки такие, ух ты, золотые. Ой, мои маленький, боятся. Ему очень нужен дом. Ему очень нужна человеческая любовь и внимание. Мама,
дети такие. Очень ласково. Красотка, ты красотка, ты хорошая, маленькая. Сколько ты хочешь внимания. Почему ребенок? Да. Ой. Ой, какие же вы все хорошие. Какие же вы добрые, хорошие. Да, маленькие. Маленькие. Вот он. Вот он какой. Какого барбоса я тебе отхватила? Ты какой хороший барбос. Ты какой барбос. И сразу зависают такие. О, зачем меня взяли на руки? Что от меня хотят? Да? Да? Все они хотят домой. Все хотят домой. Ласки хотят, любви хотят. Да? Да? Эй, Крас. Красивая девочка. Ей очень нужен дом. Она очень ласковая. Обнимается. Очень ласковая девочка. Хорошая, да. О, вот какая хорошая, да. И ты тоже хороший. Все вы хорошие, дикие. Ой, теленочек. Пока-ка. Хороших. Не хочешь сниматься, да? Красиво. Черненький, ласковый тоже. Фонд помощи животным, дарящий надежду, потому что они прислали нам поддержку 500 килограммов для наших лохматиков. Спасибо вам большое. Корм лохматики едят с удовольствием. Едят и просят еще. Сейчас мы вам это продемонстрируем. И они надеются, что ваша помощь будет еще и еще поступать от вас, потому что в ней наши лохматики очень нуждаются. Пошли, ребята, пошли.
Пошли, ребятки. Едем, едем, едем. Ура! Ура, мои хорошие. Едем, едем. Едем, мои хорошие. Едем, едем, мои хорошие. Да. И вам тоже надо. Сейчас и к вам придем, дружочки. Тебе просто так давай дам, в ладошку. Давай, покушай, покушай. Ай-яй-яй-яй-яй. Лохматики наши, лохматики. Спрятались скорее. Сейчас на ребята выбирают. Я так сказала, что просто хорошо не смогу. Все, все. Крути, крути. Вот как ему хорошо. Это мальчик? Да, не помню, обязательно. Так, иди к Баркову прямо сейчас. Я сейчас с ним. Друзья, вот это наш маврик, трехлапик. Мы отняли лапку, но он не огорчается. Маврик. Кск. Вчера кормили, это же сегодня. Одни спят, другие еще кушают. Хвост что подставил, хвост что подставил. Подушка, интересно, вверху, наверное, была подушка, они ее скинули или подушку внизу оставили. Один в туалете шумит, в туалете на слугу. Уже и здесь кучка высота. Не засняла меня в туалете. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо вам, мои хорошие. Доброго вам здоровья.